Одно из самых лучших туристических направлений для зимних каникул у россиян – известный курорт Домбай. Сеть канатных дорог и горнолыжных трасс, свежий горный воздух и, конечно же, кавказская кухня манят сюда людей разного возраста. География отдыхающих впечатляет. В Домбай приезжают не только жители соседних регионов, но и туристы из самых дальних уголков России и зарубежья. Во всем этом убедилась Алла Качиева. Домбай любим и прекрасен в любое время года. Уже несколько десятков лет сюда устремляются тысячи туристов из разных уголков России. Так, проделав путь в несколько тысяч километров, в известный горнолыжный курорт приехали гости из Якутии. Мы тут встретили Новый год, приехали 12 тысяч километров, пролетели над всей Россией и прилетели сюда. Погреться, потому что у нас минус 50 там, а тут плюс почти, да, 0 градусов. Так что, Домбай, люблю. А вы первый раз приехали? Да. Я, да. А кто вам посоветовал сюда приехать? Ну, мы знали про горнолыжный курорт Домбай давно, уже слышим. Здесь очень красиво, здесь уютно, здесь лучшая горнолыжка в нашей стране, я думаю. А это гости из столицы любуются красотой природы из подъемника, позволяющего подниматься на максимальную высоту – 3200 метров над уровнем моря. Кстати, очень удобно стало тем, кто летит из Москвы. В аэропорту Минеральных Вод организован трансфер до Домбая. Мы из Москвы приехали первый раз. Первый раз встали на лыжи, на сноуборд. Со снегом, с погодой нам повезло, так как снега много здесь. Нам очень нравится. Горнолыжный Домбай, включающий в себя более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, 9 современных горнолыжных трасс, пункты проката туристского снаряжения, полностью готов к принятию отдыхающих и к любым внештатным ситуациям. Горнолыжный сезон стартовал на курорте ярко. Проведение шоу параплавинистов, шоу ротраков, массовым обучением новичков горным лыжам и сноуборду. Уже закономерно в новогодний каникулярный период Домбай принимает наибольшее количество гостей. Курорт стабильно входит в число лидеров рейтинга самых популярных направлений для горнолыжного отдыха в России. В Домбае у нас мы готовили заранее с дорогами, с техникой для очистки снега, подготовились. Все хорошо, но у нас проблемы с количеством снега. По всему Кавказу очень мало снега, в том числе и у нас. Но, тем не менее, заезды идут. Загрузка порядка 75-80%. Все у нас нормально. В первой половине новогодних каникул было мало снега. А с 4 января любители активного отдыха наслаждались катанием. Кстати, трассы Домбая хорошо подходят как для начинающих сноубордистов и горнолыжников, так и для профессионалов. После катания можно полакомиться и местной кухней. Аромат жареных хачанов, шашлыков и горного чая разносится по всему Домбаю. Очень вкусно. Все прекрасно, приготовлено, хорошо. Вкусно, правда, вкусно. Это первый раз мы пробуем, а то постоянно борщ, суп, картошка с мясом. Каждый найдет себе здесь развлечение по вкусу, но все приезжающие в один голос твердят – в Домбай они хотят возвращаться вновь и вновь. Итого, свои новогодние каникулы в известном горнолыжном курортном поселке проводили более 5000 человек ежедневно. Алла Качиева, Лев Астанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай.